Андрей Автанеев больше не коммунист. Вместе с товарищами по идеологии Евгением Максимовым сегодня они покинули ряды КПРФ. Решение было принято после выхода из изолятора, где партийцы провели 2 дня за потасовку с агитаторами «Единой России». Андрея Автанеева оскорбило, по его мнению, равнодушное отношение коммунистов к беде коллег. С поиском адвоката не помогли ни местные члены КПРФ, ни ЦК партии в Москве. Покидать политическую сцену бывшие коммунисты не собираются, уверяя, что на арене выборов о них услышат еще неоднократно. В какую партию войдут Автанеев и Максимов, пока неизвестно, но это точно будут не коммунисты. Зюганов просто сказал, что нас не интересует Иванова и мы ничем помогать не будем. Сэкономили очень большие деньги на выборы, там более 500 тысяч. На наблюдателях, то есть не доплатили наблюдателям и не нашли ни деньги, ни на адвокат, ни копейки не дают. Из всех партий, которые сейчас вот показали себя более-менее достойной команды, у нас, к сожалению, очень мало таких партий. Ну, гражданская платформа.